Добрый вечер, друзья. Хочу сказать вам только одно слово. Свершилось. Вы сразу скажете, а что? Ну, я даже ожидаю ваш вопрос, я понимаю, сказать, а что свершилось? А свершилось то, что наша книжка, моя книжка, про то, как мы тут в Америке жили, осваивались и так далее, она охватывает период времени, ну вот, можно сказать, с момента нашего отъезда, 89-е, 90-е годы, и до что-нибудь последних, там, не знаю, ну, может быть, года 2-3 последних не захватывает, там, про YouTube я ничего не пишу. Вот до этого. Ну и, наверное, самое интересное, что с нами происходило, вот там все есть. Особенно первые дни, а это самое прикольное, особенно когда через много лет вспоминаешь. Значит, я напоминаю, что ссылка на этот труд, она присутствует в описании к каждому видео. Там называется «История адаптации», там такого плана. Но, поскольку там уже поработал редактор, поработал корректор, поработал график-дизайнер, то мы имеем типографскую, так сказать, полиграфического качества вещь. Из типографии я все жду тут, когда ящики подойдут из Аризоны. Вот, они должны там, значит, распечатать, положить в ящики и нам прислать. Денежка уже заплачена. А в это же время, параллельно, наш дизайнер... Ох, у нас дизайнер, значит, Оля зовут, из штата Орегон. Значит, Оля сделала электронную версию этой книжки. То есть, если печатное издание, оно такое все черно-белое, ну, кроме обложки внешней, вот, то электронное издание, оно, сами понимаете, таких ограничений не имеет. Там внутри цветные фотки есть, там внутри такие красивые цветные вставочки, там туда-сюда. В общем, чего дизайнер посчитал нужным воткнуть, вот то там и есть. И вот эта часть существует. И буквально есть вот у меня на десктопе лежат два файла. Почему два файла? Потому что один файл – это PDF, где каждая страничка идет за каждой следующей страничкой. А второй PDF – это где каждая страничка – это такая горизонтальная, не знаю, горизонтальный такой разворот, и там две книжные странички. То есть там именно разворот. То есть либо вы смотрите по страничке, либо вы смотрите разворот за разворотом. Вот такая интересная штука. Вот. Количество страниц почему-то вот в печатной версии и в электронной как-то отличается подозрительно, потому что в печатной там что-то их чуть больше 700, а здесь такое ощущение, что где-нибудь там поменьше 700. В общем, не знаю, не суть важно. У нас есть, значит, книжки. Я думаю, каким образом их лучше куда-то положить, чтобы можно было качать свободно. Я на самом деле, ну, подумаю там как. Я оба файла выложу, если кому удобнее так, кому удобно сяк. Я не знаю, я растерян, как удобнее читать. Я привык к PDF и читать постранично, а не разворотами. Но есть и то, и другое. Значит, я подумаю, куда положить и где об этом сообщить, что оно есть. Ну, понятно, что на форуме «Говорим про ЕС», где это все было изначально написано, публиковалось. Потом, ну, у нас на канале, там я, наверное, вставлю вставки, так как сейчас я делаю там под видео, чтобы была ссылочка. Вот, ну и, собственно, что, я на вас рассчитываю тоже, в том смысле, что вы себе закачаете и другим людям сбросите, потому что, значит, денег оно не стоит, а для меня, как бы, единственный осмысленный результат этого всего, это чтобы люди читали. И я хочу сказать, что подготовка этого всего к печати электронной и полиграфической мне вышла где-то, ну, так, превышая десятку. Это без того, чтобы печатать. То есть напечатать это отдельно. Поэтому я эту десятку потратил с удовольствием. И я думаю, дай бог, вот чтобы, значит, люди почитали. Вот, а если она отобьется там на продаже бумажных этих копий, ну, я вообще уже буду просто чувствовать себя таким предпринимателем крутым. Не знаю что. Вот. Не в минусе. Знаете, книжку написал и не в минусе. Вот такая вот, значит, история. Я хотел на самом деле вас попросить высказаться на тему о том,
есть ли какая-то ценность вот в таком развороте? PDF с разворотом, с двумя страницами, потому что я как-то не сталкивался, что ли, может, я мало PDF-ов читаю, и я очень засомневался, может, ее вообще не вывешивать, не знаю, в общем, в этом плане я полагаюсь на ваше мнение, потому что удобнее, когда есть один файл, там, чем когда их два, и надо каждый раз так и объяснять, почему их два. В общем, такая история, ребята. Счастливо!